Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. День дождливый у нас. Хотел съездить в бассейн. Вмешались, так сказать, силы в лице моей супруги. Туда-сюда, сюда-туда. И вот. Никуда я не поехал. Туда-сюда. Так, сообщение, что тут нам сообщают. Сообщают то, что я... на кофе-точке потратил определенную сумму. Угостил свою супругу Рафиком и сам. И, кстати, вот об объемах потребляемых продуктов. Я вообще-то довольно-таки сильно растянул свой желудочно-кишечный тракт в юности, когда занимался тяжелой атлетикой. То есть я услышал, что вот Пол Андерсон, он там выпивал то ли 6 литров молока примерно в день, когда занимался этот американский силач, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Ну и думаю, да, ну и занимался, приседал. Ну и я думаю, поднимать я пока столько не смогу, как он, но по крайней мере буду поступать так, как он в отношении потребления еды. Я, значит, приобрел бидончик 6-литровый и регулярно ходил, особенно летом, помню. Молочко было замечательно. Ходил каждый день, где продавали молочко с бочки, вот, покупал и выпивал, ну и тренировался. Ну и действительно, знаете, вот это вот разжирание плюс тренировка дало, конечно, свой эффект. Я так раз где-то лет в 17 стал практически вот таким вот, как я сейчас. То есть набрал весочек. Ну, сила не так-то возросла, но тем не менее сила возросла. Хорошо. Я, как и Пол Андерсон, любил приседать. А теперь... После того, вернее, уже там давным-давно, когда я занялся оздоровительными вещами, то что у нас получается? С едой надо быть как можно осторожней, особенно в отношении объема. Наш организм все-таки не может, вернее, принять он в себя-то может, если растянуть желудок. Но вот полноценно переварить и вывести он уже особо не в состоянии, когда мы потребляем излишки пищи. И вот мне долго-долго пришлось вот это вот, как бы сказать, заниматься тем, что малый объем пищи употреблять. Хотя, когда я начал заниматься, более-менее все пришло быстро в норму, но тем не менее старые привычки, они сохраняются. То есть, чтобы употреблять, столько в желудочек. Как две ладони. И вот сейчас я вот это вот очень хорошо почувствовал, что, допустим, я приезжаю и Рафик беру маленький стаканчик, медленно выпиваю, все нормальненько. Выпиваю большой стаканчик, сколько там, наверное, маленький, 200 грамм, а то 250 грамм. И я чувствую, что тут буль, все это дело долго. То есть вот количество пищи очень важно соблюдать вот это вот. Организм тогда наш начинает работать хорошо, все усваивает, не оставляет. То есть когда идет усвоение пищи, часть пищи лежит, пока организм, желудок, грубо говоря, там обработает или там тонкий кишечник, вот, начинают на этой пище, которую не успел организм обработать и усваивать, начинают размножаться бактерии чужеродные. Задача бактерий себя обеспечить и плюс разложить эту пищу, дабы даже помочь организму. Но когда это все часто повторяется, это начинает влиять на наше здоровье. Так вот, я очень хорошо вот это вот почувствовал. Раз, съел, и нормально, и дышится хорошо, и насытился, все нормальненько. А так, знаете, когда все это дело растянуто, то тяжеловато со всем этим совладать. И первым делом надо, значит, обращать внимание не на там качество пищи, не еще там на что-то, а
тупо обращать внимание на объем потребляемой еды за один раз. Вот как вот это вот уменьшили, желудочек пришел в норму, он не должен вот такой там у нас быть, то уже это хороший прогресс. А теперь, значит, Герасименко Сергей вот такое письмо написал. То есть он следующее написал такое письмо. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Прочитал вашу книгу «Уринотерапия», начал употреблять урину 3 раза в день. А зачем? Вот вопрос. А зачем вы ее стали употреблять? Вот лично я встаю с утра, 3 глоточка, только рост, и все, хватит. То, что надо, она там сделает. То есть зачем вот вы зачем это все? Прочитали, вроде она там полезно действует и так далее. Но это вам надо или не надо? Вот ответьте себе на этот вопрос. Ну далее. Начал с 21 марта и употреблял до 1 мая, потом прекратил по состоянию стресса, стрессы. Поговорим насчет стрессов еще, насчет депрессии. Сегодня у нас есть время, поговорим. По состоянию стресса. Вот насчет вот этих стрессов, это говорит о том, что человек находится... Начнем с прерванного. Начал с 21 марта и употреблял до 1 мая. То есть это употреблял практически 1 месяц 10 дней. Потом прекратил по состоянию стресса. Так вот, что такое стресс? Стресс, напряжение. Напряжение, то есть возникает, на что возникает напряжение? Напряжение возникает на ту или иную ситуацию. Das ist Situation. Понимаете, я с вами больше никак не могу разговаривать, когда вот так вот пишется. Создается ситуация, через которую надо пройти. И в результате этой ситуации вы приобретаете какой-то опыт. Можно сказать, положительный или отрицательный. Но в любом случае это называется опыт. Опыт. Грубо говоря, если считаете, что это отрицательный, там, потеря денег, там, еще чего-то такого. Вот такой опыт. То есть его можно окрашивать в отрицательное, можно окрашивать не в отрицательное. Ну, вы главное получили этот опыт. Частенько, кстати, у меня насчет денег это... Ситуации были, так сказать, стрессовые. Вот эту ситуацию просто-напросто вы логически, так сказать, разлаживаете по полочкам. По полочкам разложили для себя. И это, ну, с неким удивлением и даже восхищением можете, как бы сказать, подвести итог, как вас ловко развели на ту или иную, грубо говоря, там сумму, на то или иное дело и так далее, и тому подобное. Кстати, меня очень много раз разводили и на хорошие суммы, и ну, та-та-та-та-та-та-та. Вот, и если мы реагируем на это как на своего рода получение, прохождение урока, и получение необходимых, ну, в данном случае, да, получилось так, что вам вот эти знания необходимы, как вас там облапошили, как вас там обставили, как вас там кинули, как вас, грубо, еще там обманули, там обошли или еще что-то. То есть это опыт. И этот опыт можно так, конечно, встретить, такая, негодяю, вот так. То есть кто-то у меня как раз спрашивал, расскажите о психосоматических эффектах. То есть вот эта вот ситуация, которая вызвала у вас волнение, эмоции. Да? Эмоции означает волновать. Вот и все, слово-то эмоция. Так вы просто-напросто для себя уяснили, что, грубо говоря, человеку нельзя какую-то крупную сумму денег просто так занимать. Пусть вы даже его хорошо знаете, очень хорошо знаете. Вы просто прикиньте, а чем он будет отдавать? Чем он будет отдавать? Он вам может пообещать, как мне, продам квартиру, там, дам тебя, отдам и так далее, и тому подобное. А на самом деле дулю с маком. А где он будет жить? Ё-моё, где он будет жить? И он надеется на ваши, так сказать, качества, дружеские, человеческие и так далее. А вы остались ни с чем. Как вы дальше будете жить? Этого
не волнует, мол, заработаете еще. То есть с трезвой головой, со спокойным разумом вы вот эту вот ситуацию проходите, делаете выводы, и у вас вот эти вот все ваши волнения, они не передаются через нервную систему по нервным проводам и не вызывают ни спазмов, ни каких-то перекосов в гормональной деятельности и прочее, не тормозят ваше пищеварение. Ну и так далее, и так далее. Знаете, вот спокойно. А ты, ё-моё, как обманули. Знаете, я один фильм смотрел, и там как раз наш фильм, ну, у одного деловара там свистнули деньги, там его там обокрали. Деньги, или даже ограбили. И он сначала испугался, ой-ой-ой-ой-ой. А потом, когда это все кончилось и прошло, он даже засмеялся так. Ха-ха-ха, деньги, там у меня этих денег там еще... Ну, примерно так вот. То есть стресс. Вы это должны понимать, что это ситуация, которая создалась именно для вас, не для меня, для меня своя создалась, а именно для вас, через которую вы проходите. Делайте выводы и спокойно с багажом полученного знания движетесь дальше. Я думаю, поняли, да? А то так. И начал 20 мая и решил поголодать на урине 20 мая, опять ушла. Утро пошло в голод. Вот я пишу, как читаю, как написано. Пошло, вошло, или так. Вот пошло в голод. Я голодал раньше, но без урины четверо суток. Сейчас решил голодать дальше, но с третьего на четвертые сутки голода появилась изжога и стала подташнивать между 2-3 часами утра на третьи сутки. Я сделал клизму на воде. Но сразу скажу, что началось. Голод начал работать. Началось, будем говорить, выделение желчных шлаков. То есть организм начал, вот он начинает выделять все, что лишнее, все, что не нужно для того, чтобы нормализовать. И это как раз вот некоторые спрашивают, там кризисное явление. Вот это вот мягенькое кризисное явление. Вот появилась изжога из-за того, что все это выделяется. Что надо делать? Надо больше пить просто-напросто теплой водички, чтобы все это быстренько вымывалось. Теплой водички. Но не клизмы делать. Это тоже надо понимать. Что делать клизмы, если у нас здесь изжога, а не тут изжога. Так, я сделал клизму на воде на 2 литра воды, 2 столовые ложки соли перед голодом, а также делал такую же клизму на голоде. Вышла стеклообразная жидкость. Это говорит, что организм переполнен разного рода слизью переполнен. Она бывает разная. Вот вначале она стеклообразная, потом она будет, знаете, такая желтая, коричневая, потом черная. Вот черная, это уже так сказать. Так, после клизмы попил воды, и появилась изжога, и подташнивание, и дискомфорт промогу. В правом боку. Вот смотрите, и подташнивание. Как только подташнивание, это говорит, что у вас организм пытается еще очиститься. То есть, когда человек не понимает, что вот он вошел в голод, он не знает, насколько ослизнен, насколько зашлакован его организм, начинают такие проявляться симптомы, которые указывают, что вот так, выше крыши, там, всякое бяки-каки. И если у вас появляется, значит, где тут она у нас, изжога, подташнивание, пейте как можно больше воды, 2 пальца в рот, можете слегка подсоленную воду, и рвите, то есть организм уже хочет очиститься через верх, то есть организм очищается рвотой, прослаблением, значит, клизмами, потением, ну и когда человек начинает голодать, вот эти все механизмы в той или иной степени начинают проявляться. То есть расшлаковка идет. Как расшлаковать организм? Он сам подсказывает, что и делать. Так, и подташнивание в правом боку, проснулся в 2:40, в правом боку, ну, где у нас? У нас печеночка. То есть печеночка забита до предела. Она не просто забита до предела, а оказывается, она еще и больная, там дальше будет сказано.
Поэтому она начала работать, пытаться что-то там сделать. И это хорошо. Почему? Потому что голод, вы знаете, вам, грубо говоря, вот вы кому-то обратились, ну, допустим, ко мне, а я вам говорю, там вот то-то, 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 рота, то-то, то-то, знаете, попал, не попал, это пятое, десятое, а вот организм на голоде, как величайший самоврач, он вам подсказывает, ага, вот у вас проблема с печеночкой, начинаем тут работать, а это у вас проблема, значит, грубо говоря, с легкими, мы пытаемся выделить, а это проблема еще там с чем-то и так далее. Проснулся в 2:40, захотелось в туалет, вышла желтая слизь и употребил урину, а перед этим я вырвал, заложил 2 пальца в рот, в правом боку, дискомфорт немного побаливает, как бы сказать, освободился от того, что, от чего организм пытался освободиться, то есть подмог, здесь правильно поступили, вот, потом изжога, и побаливает, немного побаливает, изжога прошла, потом опять появилась, то есть вот, вот пытается от всего этого избавиться. Дальше, 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 дальше у меня гепатит С, не знаю, что такое С, буква С и Э, но он меня не беспокоит, у меня с 2000 года поставили диагноз, пролечили в больнице, он меня не беспокоил. Как правило, знаете, что такое пролечили? Пролечили грибок, пролечили гепатит, пролечили еще что-то, то есть просто-напросто убрали симптомы, а болезнь загнали туда несколько поглубже, чтобы она там, как бы сказать, не сразу проявлялась. Но тем не менее, она тлеет, эта болезнь. И не проявляя никаких симптомов, получается какое-то более тяжелое, более смертоносное заболевание. Оно как было, так и есть. Ну, вот, пример. Я бы хотел поголодать дольше, но у меня нет опыта на более длительные сроки. Ну, набирайтесь его. Школа вот этого лечебного голодания, которая открыта на канале, плюс книги. Вы начинаете изучать свой организм. Начиная с одного дня, раз в неделечку. Если тяжело, с одного дня, раз в 11 лунные сутки. Потом в 26 лунные сутки, когда лунный цикл способствует тому, что нам легче будет голодать. То есть набирайтесь опыта. Не надо торопиться. Тут торопление не идет, потому что вы вот так вот будете переедать, потом, выходя из голода, еще что-то. У вас, а так, вы знаете, фундаментальных знаний о своем организме, о голоде наберетесь. А так, как вот Сержио Матвиенко, отголодал, и чё? Эффект от этого там 4-дневного или больше дневного голода, чё? Значит, нет опыта на более длительные сроки. Опыт на более длительные сроки появляется тогда, когда вы, изучая свой организм, подвергаете себя голоданию по 24 часа, потом, значит, по 36 часов, раз в недельку, раз в 2 недельки, потом раз в месяц 3-3 суток. Поголодали несколько раз, ага, как вы входите, как что-то там проходите и так далее. При этом идет расшлаковка, и с каждым разом вам будет голодать все легче, легче и легче. И наконец-таки так раз в 3 месяца мы такой, опа, 7 суточек сделать. Дальше вы можете, набравшись опыта, несколько раз проведя 7-суточное голодание, отважиться уже там на 2 недельки, там, допустим, раз, грубо говоря, в 3 месяца, раз в полгода. Вот, и проведя вот так вот несколько раз, там 3-4 таких голодания по 2 недельки, тогда можно, так сказать, отважиться и на более длительное. Может, вы меня скорректируете, чтобы поголодать хотя бы 7 суток? С уважением к вам, Сергей. Все для вас, Сережа. Этот канал для вас. Школа голодания для вас. Примеры голодания для вас. Теоретическая литература для вас. Все выложено, продиктовано. Я затратил силы. Все для вас. Берите, начинайте, действуйте. Вот и все, с чего начали.
А если вот это вот 7 суток, вы что начнете говорить, тут изжога, тут то, а это как, а это сяк, а как выходить, а как заходить и так далее. То есть, а когда вы начнете, как я вам сказал, с одного дня и так далее, то у вас ничего не будет. И, кстати, вы, я не знаю, сколько там вам лет, вы можете избавиться от этого своего там заболевания, плюс еще более укрепить свой организм, это вы тут... как страшный сон. Ну, вот где-то вот так вот я ответил на этот вопрос. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлек и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.